Дисклеймер. Привет, Этель. Сегодня мы с тобой продолжим проходить вторую Данганронпу. Что нам делать? Да пойти с кем-нибудь встретиться? С кем вы мне поговорите? Я думаю, с Тиру-Тиру продолжим, раз мы начали. В какой стороне? Ага. А чем ты хотел сконяться с Тиру-Тиру? Ну, просто прямо интересно, что будет. Пляж, военная база, парк развлечений, кинотеатр, библиотека. Ну, давай... Ну, типа... Парк развлечений. Мы пришли в замок Низуми. Весь остров – один большой парк развлечений. Не стоит комментировать его дизайн по многим причинам. Похоже, кроме нас здесь никого нет. Что нам стоит сделать? Это место выглядит утомительно. Здесь можно потеряться. Похоже, это веселое место. Ну, очевидно же. Развеселья в такие места идут. Когда приходишь в такое место, все, что от тебя требуется, это ни о чем не думать и наслаждаться весельем. Что ж, почему бы тебе не забыть о повседневных проблемах и не показать мне себя в том, в чем мать родила? Ну я тут даже не могу придумать причину, какая это может адекватно звучать. Раздеваться в парке развлечений? Ну уж нет. Думаю, мы неплохо провели время. Вообще замечательно. Благодаря тебе сегодня хорошо провел время. Назвать это свидание было бы преувеличением, но дареному коню в зубы не смотрят. Надеюсь, что ты в следующий раз будешь более изысканным. Что ж, я проголодовался. Давай вернемся в отель. А подарок дать? Так мне кристаллик за это не дадут. А чё за кидалово? Даже если свидание идет хорошо, за это кристалл не дадут. Ты понял, надо только узнавать персонажа и все. Вот это подстава вообще. Ребят, наступил бой, пожалуйста, побольше отдохните, чтобы стараться завтра изо всех сил. Спокойной ночи. Это нечестно. Ля, вот это попадос. Первый раз я со свиданием прям все-все-все отлично угадал и пошел нахер. Сегодня истекает отведенный нам срок, полагаю, лучше проверить все еще раз. Нужно было сделать два великолепных цветочных заколки. Я их и сделал. Отстань. Молодцы, хорошо потрудились. Вот вам несколько билетов. Вы получили 8 билетов свидания. Не-не-не-не-не, вот это вот кидало мне не надо. Я вот только что его использовал, и даже использовал правильно, и в итоге чё? Как сказала бы Тиру-Тиру, соси жопу. Следующая цель. Вот это. Цветочная заколка 10 штук. Уверена, мне сегодня не будут обижать. Уверена. Ой, блядь, я забыл голос ее. Уверена, мне сегодня не будут обижать. Похоже, что Микан в очень хорошем настроении. Так, сейчас надо будет зайти и пересмотреть свои видео, потому что пока я болел, не забыл их голоса. Хога, опять Хога? Вроде давали, это как, по-моему, вообще ни о чем. Ладно, доброго дня. Так, давай посмотрим, что у нас. А, личные эффекты. Хога, Хога, да, давали, это вообще ни о чем. Энергии до следующего. Сейчас ХП, немного ХП. Дает энергии. Да у нас почти все в отличном состоянии. Не считая двоих, которые сдохли. Так, ладно, задача у нас что? Не то, строительство. Цветочная заколка, из чего? О, красный цветок мне... Бля, это очень много надо. Нам что, в итоге надо веревку? Веревку создать. Нужен нож, очень много клея. Так, вот это вот все пока что на раннем этапе очень глупо рассматривать, поэтому сначала делаем так. Кто хорош в уборке? Ты хорош в добывании, пойдешь сюда. Ты хорош в уборке, остаешься здесь. Ты хорош в добывании, пойдешь сюда. Ты тоже в добывании хорош. Видишь, внизу белые... Так, ты хорош в чем? В уборке стоишь здесь. Ты тоже здесь, ты во всем хорош. Смотри, видишь белые флажочки? Это то, что нам надо. Пока у нас все равно времени много, пускай так будет. О, подожди, я не посмотрел на их энергию. Да все в порядке. Так, ты в чем хорошо? В уборке. Ты в добывании, значит. Что там в конце есть? Вот это вот добываешь. Тут что? О, да ты в добывании прям богиня. Давай так. Ты и то норм. Давай сюда. Здесь что? И то, тоже и то нормально. Давай так. Ты в добывании хороша. Сюда идешь. Ты хороша в уборке, значит убирайся. Все.
не знаю, что мне по факту нужно. Собираем, короче, все, а там уже, когда время чуть-чуть останется, распределимся, что конкретно мне нужно дособрать. Ух ты, смотри, 6 топлива. Это, наверное, вообще ненужная штука, раз его так много. Так, завершено, хорошо, потом посмотрим, что у нас там. Что хочешь сделать? Пойти с кем-нибудь? Пошли дальше, узнаем, что там за история у нас с Теру-Теру будет. Так, Теру-Теру-Теру-Теру-Теру, вот он. О чем ты хотел заняться? Теперь просто прогуляться, и все. Ты не заинтересован во мне? Тогда как насчет того, чтобы для начала узнать друг друга? Если хочешь, мы можем узнать... друг друга получше своими телами. Почему бы тебе не зайти ко мне в домик? И он согласился. Изо всех сил отклонил предложение Теру-Теру, и мы просто пообщались за чашечкой чая в ресторане. По-моему, это новый уже диалог. Раньше был другой. Похоже, мы с Теру-Теру немного стали ближе. Хочет дать какой-нибудь подарок? Конечно. Так, что бы ему можно было дать? Давай чуть ниже полистаем, ближе к середине. Так, очки страсти. О, это точно ему понравится. Это та самая легендарная. Только не говори, что ты мне даешь это. Спасибо, Ханзима. Я плачу тебе за это своим телом. Надеюсь, он имеет в виду время на кухне. Просто приготовит мне пожрать. Люблю есть. Господи, ингредиенты из супермаркета вообще не подходят для готовки. Это проблема. Они даже не проверяют их свежесть. Недавно я даже нашел продукт, который покрылся плесенью. Неужто нужно поскорее что-то с этим сделать? Что бы сделал ты, Хадзимы? Что сделать за плесеневевшими продуктами? Думай лучше. Сжечь плесень, выбросить их, убрать плесень. Ну, скорее всего, логично было бы выбросить их. Но он скажет, ты что, я же такой гениальный, зачем выбрасывать продукты? Я могу даже из говна сделать конфетку. Их можно только выбросить, верно? Абсолютно верно. Если ты хочешь приготовить безопасное и вкусное блюдо, это единственный способ. А боже, это такое неуважение к продуктам. Как он разозлился? Похоже, что он серьезен по отношению к продуктам. Я тоже. У меня почти никогда ничего не пропадает. Потому что я съедаю все быстрее. Тем не менее, а я не могу это понять. Раз этот супермаркет находится на острове, у черта на куличиках, супермаркет на острове хуже, чем в Аояме. Но это и понятно, почему, поэтому ничего страшного. Я не совсем понимаю, разве это такая большая разница? Результат ведь все равно получится аппетитным. Нет, ты что, вообще дурачок? Ты сидеть на толчке будешь две ночи и, блядь, два дня. Хадзиме, бедный ты за задание. Мне тебе так жаль, правда? Ты никогда не видел сияния, исходящего от качественных ингредиентов, бесконечные чудеса. Сексуальный блеск рыбьих глаз, похотливое сияние капающего жира с мяса, свежие овощи с тонкими веточками. Одна лишь мысль о них заставляет мои булочки дрожать. Не хочу знать, что он со своими булочками и с огурцами делал. Разве это не так плохо? Разве это не плохо для повара? А как же мне не хватает моих ингредиентов. Я хочу превратить их в великолепные блюда своими руками. Как тебе такое? Нравится? Я лучше обычной еды поем вместо таких великолепных блюд. Но это скорее всего из-за текущей ситуации. Тогда в следующий раз я тебе ее приготовлю. А? Ничего, если я приготовлю тебе простое мясо с картошкой без всяких крутых вкусов, да? По-моему, для тебя это идеальное блюдо, ведь ты не похож на городского жителя. Хотя это зависит от того, как я захочу ее приготовить, так что жди и надейся. По-моему, он под шумок сказал что-то про меня гнусное, но... Я не хочу знать, каким образом он приготовит с этим намеком, блин. Что он может сделать? Траханная идейка под собственным соусом или мятая картошка? Не надо. Мясо с картошкой приготовлено абсолютным поваром. Жду не дождусь увидеть результат. Ой, зря ты это ждешь.
Я разделил стереотюр, который был в каком-то странно хорошем настроении, вернулся себе домой. Так. Ребят, наступил отбой. Пожалуйста, побольше отдохните, чтобы стараться завтра изо всех сил. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да хорош же срать. Мне интересно, какая это свинья, которая все время срет, блядь. Заколебали, я убираюсь каждый день, причем несколькими человеками. Все равно засирают. Сегодня ваш выход. Хорошо, свободны. Пойти с кем-то встретиться. Подожди, а крафтить что-нибудь? Кем-то по... В смысле, мы только что снимемся? А... Сегодня что, выходной что ли был? Упс, я не углядел. Да ну, а я же... Замечательно, мне дали всего 5 или 7. 7 дней, из которых один выкинули. В итоге мне дали 6. Ну сделайте изначально 6, чтоб я понимал, сколько у меня времени. Прости, время вместе, ну давай. Как... Кстати, а что у тебя по кристалликам? Подожди. Ой, подожди, а питомец все еще жив. Ладно. Табель успеваемости, теру. Где этот? О, уже, смотри, осталось 2 кристаллика с ним. Ты заинтересован во мне. Тогда как насчет того, чтобы для начала узнать друг друга? Если хочешь, мы можем узнать друг друга получше своими телами. Почему бы тебе не зайти ко мне в домик? Нет, все-таки одни и те же фразы тогда до подарка мы пропускаем, потому что одно и то же говорит. Подарок, конечно, давай посмотрим, что еще ему можно дать. Кроме себя. Не-не-не, мы помним, это нельзя, трусики, чайки. Я тоже пытался ему дать, они разуйте. Ну, вряд ли тоже можно будет дать. Шар, разбитый шар, склеен скотчем предыдущий его. Это же шар этого. Хагакури, да-да-да, это шар Исухира. Смотри, разбитый предыдущий его владельца использовал, чтобы предсказывать будущее 30% времени, он оказывался прав на... Это ссылочка, прикольно. Так, это что у нас, книга? Понятно, это точно не ему. Моток бинта, это точно не ему. Анан. Что это такое? Анан. Ладно, копия меча, как слышу в голосе, я все еще побаливаю. Так, маска в виде черепа точно не ему. Оккультная фоторамка точно не ему. Дочка Югуаны. Гуаниха, жаба, салфетки, гвоздодер, девушка. О, а вот это вполне может быть. А, это мне? Он спасибо, Хадзима, это мои лучшие из лучших друзей. Хадзима, ты готов? Ты чего это? В каком смысле готов? Неважно, просто ответь, ты готов. И что мне делать? Да? Один раз не теру, правильно? Я знал, что ты так скажешь, Хадзима. Но к чему готов? А разве не очевидно? Ты готов съесть мое специальное приготовленное блюдо? Какое сарделька. Так, а зачем мне готовиться перед тем, как что-то съесть? А ну, знаешь, ведь, как говорится, когда еда настолько вкусна, что у тебя аж тает язык. Попробуй это представить. Тает на языке, а не язык. А какой ужас! Если бы что-то такое происходило по-настоящему, то блюда бы превратились в оружие. Ой, если мы будем говорить о всякой бессмыслице, то еда остынет. А что ж, а вот. Сказав это, Тиру-Тиру достал контейнер для еды. Прежде чем он открыл его, повсюду поплыл очень вкусный и неописуемый аромат. Это вот об этом мы с тобой говорили. А мой самый любимый шедевр – мясо с картошкой куе де буф в версальском стиле. Не хочу гуглить, что это. Давай, попробуй. Хоть название меня и насторожило, блюдо пахло, как нормальное мясо с картошкой. Я решился, и когда открыл контейнер, то очень быстро стал поедать это блюдо. Вкусно, невероятно вкусно. Парящая, нежно рассыпающая картошка, нежный аромат моркови, почти растаявший лук, нежное мясо с идеальным количеством жира. Я вот сейчас это как бы читаю, а я голодный, а мне сейчас еще в универ идти, а я экономлю деньги. Вот что вы творите? Все это блюдо слилось в идеальную гармонию, я никогда не ел. Такой вкуснятины в своей жизни нет. Или же ел. Очевидно, это же вкусно. Все-таки я это приготовил. Это может быть и очевидно. Это может быть и очевидно, но это не просто вкусно. Этот вкус, как бы мне сказать, он напомнил мне о чем-то, что я забыл.
После того, как я быстро закончил есть, Рутеру почему-то молча уставился на меня. Ты всегда говоришь... А, это он. Ты всегда говоришь много всего интересного. Да, кажется, я понял, что тебе нравится. Так что же мне теперь приготовить в следующий раз? Сваренная этофи а-ля зодиак или нет? Как насчет скумбрии по-ацтецки в мисо де паше? Не-не, вот это второе точно не надо, я не люблю рыбу. Хоть в названии звучат подозрительно, на самом деле они похожи на простые домашние блюда. Но это прям оскорбление для лучшего повара простые домашние блюда. А может его стиль готовки и вправду такой? Отлично. Так, я разошелся с Теру-Теру, да-да-да, это в свой домик, сейчас она скажет. Что ты хочешь сделать? Два раза за день поговорить? Ну ладно, пускай. Ну тогда мы сейчас Теру-Теру и добьем. Пойти гулять. Заинтересован во мне. Как насчет того, чтобы для начала узнать друг друга? Да-да-да, я помню, все одно и то же говорит. Я просто почитал на всякий случай, чтобы убедиться. Так, все, подарок. Давай посмотрим, что еще ему можно дать. А, я могу просто на стрелку вниз зажать и все. Мужская пробирка. Лабораторная утварь с изображением на ней мужских символов. Я думаю, это для... или женского. Лабораторная утварь с изображением. А вот тут я даже не знаю, что ему дать. Давай лучше инфракрасный термометр, пламя-гаситель. Посмотрим, что еще у нас есть. Фанплейн. Это... Вот это можно было бы Чаки отдать. Игрушечная камера, перчатка силы, Месопотамия. Чё? А, это вот это вот, которое... Вот это вот, все, я понял. Нитрорейсер. Кто? Так, браслет, это вряд ли ему. Камушек для Го. Старомодное радио, антикварная кукла. Новая схватка, отчаянная. Связанная пыль. Двусторонняя кулели, кукла Борбанджо. Рок. А что это есть для нормальной девушки? Так, мы это уже давали, да? Тогда давай вернемся чуть назад. Примерно вот сюда вот. Попробуем. А, да, мне. А, спасибо, Хадзима, это моя лучшая. Угадал. А, я сейчас по носу задел. Что с ним случилось? Он какой-то притихший. Похоже, что он о чем-то задумался. Что такое? Почему ты смотришь на меня с такой страстью? А, я понял, ты наконец пробудился. Да давай сразу перейдем к планированию нашего совместного будущего. Всю ночь, конечно же, и разумеется, в постели. Почему ты все время это делаешь? А я проспрашивал. И я тут немножко задумался. То, что ты тогда сказал, что вкусно помню тебя что-то, что ты забыл. Это рецепт мяса с картошкой, который я тебе приготовил, на самом деле был рецептом моей мамы. А может быть из-за этого почему-то вкус мне показался очень ностальгическим. Этот вкус был похож на что-то, приготовленное дома матерью. Именно, чистый ностальгический вкус. Для меня это вкус готовки моей матери. Она всегда готовила такие блюда на кухне в нашей закусочной. Когда я смотрел на то, как ты наслаждаешься едой, то я тоже вспомнил, почему я начал готовить. Если блюдо красивое и в нем первоклассные продукты, это еще не значит, что оно всем понравится. Вкусы меняются в зависимости от того, что человек любит или не любит, от чувств, эмоций, памяти и восприятия. Каждый человек определяет для себя, что же для него вкусно. Мне не нужна была эта жизнь в большом городе или оглушительный успех. Я просто хотел готовить для важного мне человека. Я готовил только ради того, чтобы самый важный для меня человек улыбнулся. А почему я забыл что-то настолько важное? Но ты же вспомнил, да? Теперь тебе остается лишь никогда это не забывать. Всего лишь. Это, наверное, твоя мечта, как думаешь? Хотя не мне это говорить. Ансиме. Как я и думал, ты очень интересен. Было бы чудесно, если бы ты дал мне проверить тебя еще разочек. А когда был первый раз? К
Конечно, мне бы хотелось тебя проверить, пока ты будешь в часть моя. Пока ты будешь... Я так офигел, что запутался. Конечно, мне бы хотелось тебя проверить, пока ты будешь, в чем мать родила. А ты так и не изменился со своими пошлыми шуточками. А знаю, что поблагодарить тебя за все, я сделаю тебе кое-что, что тебя осчастливит. Попробуй вот это. И Тиру-Тиру достал белый рисовый шарик. Рафаэлка, надеюсь. Блестящий белый рис идеально подходил моему обновленному ходу мысли, и он разжег во мне аппетит. Я с удовольствием это съем, спасибо за еду. Я кусил шарик с рисом, и рис... И рисовый вкус рассекся по моему рту. Поначалу рис показался мне безвкусным, но потом я понял, что это слегка чем-то пропитали. Рис был пропитан чем-то необычным. Что же это такое? Твою мать, фу! Бесполезно. Этот рисовый шарик настолько вкусный, что я не могу остановиться. Вкусно, это так вкусно. Не раскрывайте секрет, чем был пропитан белый рисовый шарик. Конечно же, я вложился на полную, когда готовил его. Что более важно, как тебе? Ты уже это чувствуешь? Ты уже чувствуешь себя намного странно? Или может твоему нутру внезапно стало тепло? Эй, ты чем его пропитал? Но очевидно же, что это секрет фирмы. Я! Проигнорировав это, я чувствую, что стал понимать Тиру-Тиру намного лучше. Я чувствую, как между мной и Тиру-Тиру появилась крепкая связь. И пока у нас есть эта связь, я не сдамся. Так я решил. Надеюсь, это соевый соус. Белый соевый соус. Дегустация. Трусы Тиру-Тиру, сука. Я даже не сомневался. Так, дальше у нас кто? Я отчаянно пытался не потерять сознание. С каким-то чудом я сумел вернуться себе домой. Ребята, наступил отбой. Пожалуйста, побольше отдохните, чтобы стараться завтра изо всех сил. Спокойной ночи. Нет. А, фу. Если просто уборка до нуля упадет, то все, мы на целые сутки все откинутся. Сегодня я чувствую себя по-другому. Я ж воспалал. Похоже, что Казуити в очень хорошем настроении. Молодец. О, лечебная надежда. Ладно, доброго дня. Так, это что у нас? Лечебная надежда. Это. А, у нас две еще, понятно. Так, что у нас по задачам? Блять. Не то. Строительство. Красный цветок. Сколько нам надо? 10 штук это. Да хера. Но я сомневаюсь, что я столько соберу. Веревка. И все. Но я сомневаюсь. Что у нас в итоге? Ракушек вообще нет. Ой, бля, ракушек. Ракушки и нож нам надо очень много собрать. А ракушки и нож. Те, кто убирается, пусть убираются. Ракушки и нож. Вот, ракушка это пальма. Ты тоже на пальме. Подожди, он... Тут нож. Отлично, значит, мне нужен именно танк. Мне нужен именно танк и пальма. Танк и пальма, танк и пальма, танк и пальма. Так, ты иди на танк, ты на... А где она? А, вот на пальму. Ты тоже иди на танк, а ты уже иди на пальму. Ты иди на пальму, а ты иди на танк. Все, отлично. Ну так, надеюсь, более-менее нормально будет. Оказывайте что-то с веселой рожей вообще. Вообще отпад. Ой, блядь, она же еле-еле, а я не посмотрел, сколько у них сил. Смотри на эту с большой грудью, я забыл, как ее зовут. Аой. Нет, не Аой, это в первой части, а здесь. Бля. Та, которая радуется, такая новый уровень. Я забыл, как ее. Вот что значит заболеть и не снимать недельку. Я в шоке. Что ты хочешь сделать? Ну, как всегда, сохраниться. На этом все. И, наверное, я еще пару дней попробую полечиться, потому что я сейчас начну кашлять, и это будет очень громко в микрофоне, и это фиг вырежешь. На этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. Скоро увидимся.